Райкюнды бізні, Хакасшының саблы ыржы хайжызын, Ус холы архызы бізді Сергей Чарковты. Приглашаем заслуженного деятеля искусств Республики Хакасия, мастера музыкальных инструментов Чон Узы Сергея Трофимовича Черкова.
Мне нужно сказать, что Сергей Владимирович — это человек, который был не из топов Ульнира. Он с самого начала, когда мы начали делать и переходить на хакасские народные инструменты, он их создавал, делал своими руками, хомосы, эхи и так далее. И его друг Петр Яковлевич Топоев здесь, нет? Петр Яковлевич Тунгар Парвулазанда, Щеглазарва, Петр Яковлевич Топоев, они своими вот чистой инициативой внесли всю Хакасию, обеспечили нашими инструментами музыкальными. Все инструменты сделаны их руками. Все. Я скажу, что на самом деле, извините, я немножко как бы вышел из... Не сказали, как бы помолчать, но я не хочу молчать в этом. Я скажу, что вот наша республика сильно задолжала им. На самом деле сильно задолжала. Они ничего не просят, они сами делают, там продают за какие-то копейки эти инструменты. Вот. Сейчас он, Сергей Трофимович, делает именно Академию Чатхана, там помогает детям, все, инструменты всем обеспечил там и так далее. Вот. Огромный труд. Они очень скромные люди. Вот как-то вот мы никак не можем оценить их. На самом деле мы должны, я считаю, что наша республика обязана им, каждому из них, подарить по трехэтажному коттеджу, и чтобы там был... да. Они уже сделали эту работу, мы не просим авансом, мы просим их уже наградить именно такими, чтобы... Они никогда не просили ничего, сами все делали. Надо их наградить именно вот так, чтобы вот от всей души Хакасия поблагодарила их за их работу. Спасибо.